«Дети против взяток». В УФСИН России по Ивановской области прошел первый этап конкурса рисунков и стихов антикоррупционной направленности. Участие в нем приняли дети сотрудников учреждений уголовно-исполнительной системы. Было представлено 27 работ в двух возрастных группах. Маша – дочка заместителя начальника отдела по конвоированию. Поэтому с раннего возраста девочка знает, что закон превыше всего. Идея ее работы – показать, что человек, взявший взятку, портит жизнь не только себе, но и всей своей семье. Карандашный рисунок Маши жюри высоко оценило. Девочка заняла второе место. Коррупция – это взятки. Взятки – это когда один человек, например, берет деньги у другого, чтобы тот его отпустил на волю. Вот недавно был по новостям такой случай. Водитель сбил ребенка и дал кому-то деньги, чтобы те сказали, что у ребенка в крови был найден алкоголь. Коррупция плохо, потому что если человек возьмет взятку, то его из-за этого могут посадить. Следующий этап конкурса будет проходить в Москве. Финал запланирован на ноябрь.